Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. Сегодня 31 мая 2016 года. Уже, правда, началось 1 июня. Да-да, сегодня закончился вторник, день базара. И сегодня обзор, правильно, фруктов и продуктов на анкарийском уличном рынке. Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Entomologist Beekeeper Ukraine. Сегодня 14 июня 2016 года. Сегодня вторник, сегодня базар. И сегодня еженедельный обзор на овощи и фрукты, и на продукты, на цены на анкарийском рынке. Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Entomologist Beekeeper Ukraine. И сегодня вторник, 21 июня 2016 года. Сегодня еженедельный сериал. Какие цены на анкарийских рынках на овощи, фрукты и на продукты. Да-да, сегодня сериал, и завтра уже вообще... Best greetings from Ankara, the capital of Turkish Republic. My name is Viktor Fursov. Today, June 7th, 2016. Are you interested to know about prices at Ankara street markets for fruits and vegetables? So this video will be especially for you. I'm Viktor Fursov, and I will tell you about the prices for all these fruits on my table. Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. Сегодня 31 мая 2016 года. Уже, правда, началось 1 июня. Да-да, сегодня закончился вторник, день базара. И сегодня обзор, правильно, фруктов и продуктов на анкарийском уличном рынке. Если вам интересно, какие цены, какие овощи и фрукты, присоединяйтесь, будет обзор. Расскажу вам о ценах фрукты и продукты также из магазина. Конечно, я попиваю вкусный турецкий чаек вечерком. И вы видите, фрукты только что с базара-базар закончился. Не все фрукты поместились. Некоторые здесь рядышком буду доставать и показывать. Завтра, точнее говоря, уже сегодня лето, потому что вечерок уже 0 часов. Началось лето, чем вас и поздравляю. И как раз такой вот обзор продуктов будет приятно посмотреть долгими зимними вечерами. И надо сказать, для тех, у кого будут длинные зимние вечера, там где-то далеко, где длинная холодная зима, можно будет посмотреть, какие в Турции есть интересные, красивые, вкусные, сладкие фрукты. Да-да. Заодно сразу расскажу, передам, так сказать, вкус этих фруктов. Но начну сначала с небольшого обзора продуктов из магазина, потому что это, думаю, будет любопытно. Вот, например, гречка. Вот эта гречка есть. Тут гречка в магазине, конечно же, обязательно. Вот 1 килограмм стоит 8,95. Вот, пожалуйста, крабудай. Видите, написано гречка турецкими буковками. Да-да. А латыни, гречка, самая настоящая. 8,95. Сейчас примерно 3 турецкие лиры, 1 американский доллар. Да, а вот овсяночка. Овсяночка с маленькими кусочками фруктов. Немножко дороже, чем обычно. Вот она стоит, люфалиф, 4,95 за 350 грамм. Обычно чистая, без фруктов, стоит 500 грамм за 4,50. Вот такой люфалиф, это турецкая овсяночка. Так, а вот хлебушек. Приходим хлебушек. Хлебушек уже с базара. Как раз мы его уже отпробовали. Видите, от хлебушка остался маленький кусочек. От одного, потому что он не один. Потому что здесь три вот такие базламы. Я их иногда показываю, когда мы покупаем базламу. Базлама такие вкусные, вот такие большие лепешки. Душистые, не маленькие. Вот, показываю. Душистые, пропеченные, такие домашние лепешечки. Пресные домашние лепешечки. Иногда покупаем 4 вот такие, да, домашние лепешечки. На них так и написано. Базлама. Соответственно, вот 4 лепешки за 4 турецкие лиры. Хлебушек есть. Теперь показываю сначала фрукты, с тем, чтобы их откушать сразу же. А потом буду показывать овощи, которые более грязные, фрукты у меня помытые. Вот уже откушал
пожалуйста. Остался половинка арбуза. Первый арбуз был зеленоватый. Вот это настоящий уже турецкий арбуз. Сладкий, сахарный. Но сначала черешня. Черешня вот здесь, пожалуйста. Одна. Такая. У меня с собой вот здесь. Сколько стоит? 2 килограмма разные. Вот такая, пожалуйста, стоила. 5 турецких лир. Помните, обменный курс. 1 к 3. А вот другой кусок. А вот другой пакет стоил 3 турецкие лиры. Немножко более мелкая. Вот, пожалуйста. Другой килограмм. 3 турецкие лиры, но сладкая. Крупная, понятный перец. Крупная. Большая, сладкая. Есть черная. Есть красноватая. Сочная. И вкус, конечно, ну, очень приятный. Настоящая. Честно, такой дома не пробовал. В Украине. Интересно. Итак, килограмм стоил 5 турецких лир. Вот. А здесь мы здесь на карте находимся сейчас. Как я показываю черешню. В Анкаре. 2 килограмм стоил 3 турецкие лира. Да. Вот эта черешня. Вот тут еще рядом с вот этим другом находится слива. Слива вот такая вот зеленоватая. Но она зеленоватая, внешний вид у нее интересный. Сейчас покажу. Видите, какая она интересная. Вроде как зеленая. Сейчас попробую попробовать. Отбирал. На вкус кисловатая. Сладкая, сочная. Но не приторно сладкая, но мягкая. Мягкая. Вот как бы была желтая слива. Даже не кислая. Но сочная. Сочная, даже не кислая. Немножко кислая. Вот такая особенная зеленая слива. Называется. Зеленая слива. Слива, слива, слива. Эрик. Обычно продают часто зеленую. Как у нас зеленую собирают дети алычу. Здесь тоже любят собирать дети зелененькую алычу. Трясти ее с деревьев. А это вот зелененькая такая слива. Сладенькая и сочная. Просто она зеленая. Цвет у нее зеленый. Она вкусная и сладкая. Итак, поехали дальше. За сливы. Зеленые сливы следует. Мальтийская слива. Мальтийская слива, вот она. Вот такая слива. Желтая. Это не просто слива. Это мальтийская слива. Это мушмула. Это мушмула. Она родом из Юго-Восточной Азии. Точнее говоря, из Китая. Да-да-да, вот собирают ее на таких, она на хвостиках растет, вот, на таких палочках, потому что иначе она портится. Вот, мальтийская слива, действительно сочная. У нее толстая шкура, ее иногда не хочется рвать, а внутри такие веселые, быстро выскакивающие косточки, скользкие такие, вот такие интересные. Скользкие косточки. А сливу сейчас покажу внутри. Вот такая интересная слива. Мальтийская слива или мушмула. Мушмула. Ну, вот косточка такая. Раз, раз. Быстро вынимается. Первая была кислая. Первая. Урожай. Потом она все... Конечно, стало созревать, созревать, и сейчас уже такие немножко даже подбитые, но хорошо созревшие. Вот эти вот мальтийские сливы. Мушмулы. Очень сочные, правда. Костей, но внутри косточек много. Так, поехали дальше. За мушмулой следуют абрикосы. Мушмула, да, стоит 2 килограмма мушмулы. Один 3 лиры, второй тоже 3 лиры. Вот здесь они поместились, правда, на тарелочке. Итак, абрикосики. Абрикосики вот здесь вот. Розовые такие лежат. Розовые и красненькие.
абрикосики 1 килограмм, тоже 3 турецкие лиры. Сейчас поближе покажу. Ну, здесь некоторые зелененькие, это слива, а вот абрикосики. Вот желтенькие, вот такие веселенькие абрикосики. А вот зелененькая слива, а вот абрикос. Видите, какие они интересные, веселые. Абрикосик, они по размеру примерно одинаковые. Но абрикосик такой не маленький. Крепенький. Абрикосик. 1 килограмм, 3 турецкие лиры. Да. Пардон, за абрикосиком следуют персики. Вот здесь зеленые сливки, а вот они, персики. Наверху тут положил более мягкие, некоторые чуть-чуть подбились. Вот такие они не маленькие. Персики 2 килограмма. По 2 лиры килограмм. Видите, абрикосы 3 лиры килограмм, а тут 2 лиры килограмм. Видите, а персики по 2. 2 килограмма 4 лиры. 2 килограмма 4 лиры. Сейчас поближе покажу. Вот такие абрикосы, я вам скажу. То есть не абрикосы, это ж персики. Пушистые такие. Вот такие. Но мягкие. И душистые. Даже на рынке, когда идешь, идет дух от абрикосов. От персиков и от абрикосов. Итак, 2 килограмма 4 лиры. Да, клубничка вот тут. Килограммку клубнички, я ее тут не мыл, потому что надо, чтобы она чуть-чуть подождала до завтра, чтобы не испортилась. Чуть-чуть она пусть подождет. Клубничка 1 килограмм, 3,5 турецкие лиры. Уже она не из теплички, уже с улицы, с открытой теплички. 3,5 лиры за килограмм. Вот она клубничка, она самая. Вот она клубничка, килограмм. Да, поехали дальше. Арбузик. Переходим к арбузику, который вот тут. Это уже не фрукт, это уже настоящий овощ. Да, сколько стоит арбуз? Арбуз по одному продают. По одному уже стали. Их стало уже много, потому что уже сахарный. Один арбуз стоил, пожалуйста, 3 турецкие лиры. Такой средненького размера. Сначала шли 2 лиры, 3 лиры, потом 5. Так, когда прошли в один... В одну сторону купил вот этот за 3 лиры. Такой средненького размера. Но красный зато. Но очень сахарный. Очень сахарный и действительно сладкий. Но вторым заходом все-таки захотелось купить еще один арбуз. Что я вам скажу? Вот следующий, который был сначала по 5 лир за арбуз. Этот стал тоже 3 лиры за арбуз. Ну, прошло 30 минут вечером. Надо все продавать, поэтому этот тоже стоил 3 лиры. Ну, тяжеленький, думаю, что килограмм 6. Наверное, есть? А? Ну, вот, пожалуйста, тоже такой за 3 турецкие лиры. И такой арбуз тоже пошел. 2 по 3 лиры. Итак, переходим теперь к овощам. К овощам. Картошечка. Поезжай к нам, картошечка, сюда. Так, картошечка вот здесь. Вот, пожалуйста, картошечка, 3 килограмма картошечки. Килограмм картошечки по 1 турецкая лира. Вот чуть-чуть все-таки ее приближу. Куда осторожно, чтобы с нее. Да вот, обычная картошечка. Видите, чуть-чуть мытая, но такая обтрушенная. Но я ее аккуратненько, чтобы не марать овощи. Так, 2 килограмма. То есть 3 килограмма за 3 турецкие лиры. А вот потом в другом местечке, что тут другая картошечка. Мало чем отличающаяся, правда. Но, наверное, может быть вкус и не другой. Еще 2 килограмма по половине турецкие лиры. Значит, это 1 лира за 2 килограмма. Вот. Эта картошечка, ну, может быть другого вкуса. Ой, посмотрим, посмотрим. Подели, точно была у одного продавца, точно вкусная. Так, идем дальше. Цибулька. Лучок. Лучок. Едет лучок. Лучок. 2 килограмма. А, здесь по 0,75 лиры кило за килограмм. Здесь примерно 3 килограмма за 2 лиры. 3 килограмма за 2 лиры. Лучок вот такой уже свеженький этого года. Такой еще с тоненькой шкуркой. Тоненькой шкуркой. Вот такой лучок небольшой. 75 клюшей, 0,75 лиры. За 3 килограмма. Ну, пожалуйста, стоил 2 лиры. Так, пошли другие. Другой овощец. Так, баклажанчики. Баклажанчики вот такие. И огурчики вот такие. Так,
Сейчас отделим. Ну, баклажанчики синенькие. Полицейские синенькие все знают. Пожалуйста, свеженькие такие, большие. Сколько их тут на килограмм набросали? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот такие красавцы огромные. 1 килограмм, 1 лира. Да, баклажанчики самые натуральные, свеженькие, огромненькие. 1 килограмм, 1 турецкая лира. Так, баклажанчики. Идут дальше огурчики. Огурчики тоже килограмм, свеженькие, такие упругенькие, веселенькие. Да, килограмм огурчиков. Сколько огурчики стоили? Понятный перец. Огурчики чуть дороже сегодня. Огурчики за килограмм 1,5 турецкие лиры. Вот такие зелененькие огурчики, веселенькие. Так. За 1,5 турецкие лиры. Зелененькие огурчики. Так, за огурчиками у нас в нашем веселом списке помидорчики. Помидорчики двух сортов. Помидорчики, пожалуйста, более крупненькие, обычные. Обычные такие, средненького размера. Да, пожалуйста. Пожалуйста, обычные помидорчики. 1 лира за килограмм. 1 лира за килограмм. И еще 2 лиры за килограмм. И вот тут тоже за 2 килограмма. Тоже 2 лиры. Вот такой маленький черри. Тоже по лире за килограмм. Сейчас покажу. Вот такой мелкий, мелкий помидорчик. Крохотный такой. Крохотный. По лире тоже за килограмм. Итого 2 килограмма. Таких черри тоже за 2 лиры. Так, за помидорчиками. Так, красный перчик. Тут у нас еще есть красный перчик. Красный перчик 1 килограмм, 2 турецкие лиры. Килограммчик красный перчик. Он такой более легенький. Маленький такой. Не самый большой сегодня. Да. 2 турецкие лиры за килограмм перчиков. Вот, пожалуйста. Такие веселенькие перчики. Да. 2 лиры за килограмм перчиков. Так, перчики. Ну, еще морковочка нужна сделать. Морковочка. А, морковочка вот уже на столе ждет. Морковочка на столе. 1,5 лиры за килограмм. Мытая морковочка. Мытая. 1,5 лиры за килограмм морковки. Вот морковочка, ее можно уже в руках держать. Нормально показывает даже в кино. Приятно. Килограмм морковочки за 1,5 турецкие лиры. Так, еще с собой приятно брать на закусоне яблочко. Яблочко. Вот яблочко зелененькое. Желтенькое вот такое. 2 килограмма. Яблочко обычного зелененького такого. Веселенького. О, яблочки. По лире за килограмм. Вот, пожалуйста. Зелененькое яблочко. По лире за килограмм. 2 килограмма яблочек. 2 турецкие лиры. 2 турецкие лиры. 2 килограмма. Так, и еще на закуску тут. Килограмм грибочков. Грибочки, пожалуйста. Грибочки, шампиньосики. Цена у них стабильная. Зимой и летом одним стоимостью. Вот маленькие сегодня, скромненькие. Такие 6 лир за килограмм шампиньосиков. 6 лир за килограмм шампиньосиков. Так, поехали. Так, грибочки. И осталось еще немножко в обзоре добавить зелень. Правильно, зелень. Зелень сегодня в обзоре. Два пучка такой зелененькой. Цибульки. Цибулечка. Одна большая, другая чуть-чуть поскромнее. Другая, хотел сказать, еще больше. Ну, вот там, пожалуйста, вот вам цибулька. Сейчас поднесем, покажем цибулька. Видите? Веселая, веселая цибулька. Да. Одна стоит 1 турецкая лира, вторая 1,5 турецкая лира за вот пучочек такой немаленькой зелененькой цибульки. Лучка. Так, вот такой веселый зеленый салатос. Салатос, ну, маленький такой, не маленький. Видите, не могу его приказать поближе. Ой, покажу все-таки поближе. Вот это салатос. Такой большой. 1 турецкая лира. За пучок салатоса. Салатоса. Да. Так, вот это зелень. 2 пучка веселых укропчика. Свеженького.
два пучка. Еще один укропчик и редисон. Редисон. Что я вам скажу, зелененький. Укропчик и редисон. Вот вам, пожалуйста. Укропчик по 50 кюрюшей, по пол-лира за пучочек вместе. Вот здесь 1 лира. И редисон маленький пучочек тоже за 50 кюрюшей. Тоже пол-лира. Правда, маленький пучочек. Что-то там уже все разобрали. Да. 2 укропчика по пол-лира за лиру. Итого всего вместе овощей и фруктов набралось на 63 турецкие лиры. Забывайте обменный курс. Сейчас 3 лиры за 1 за 1 доллар. И примерно 1 лира это 9 украинских гривен. Так что на сегодняшний момент. Так что вот такой сегодняшний обзор фруктовых продуктов. Первое уже июня, началось лето. Так что сегодня лето. И будем смотреть это зимой и летом. Радоваться фруктам и продуктам. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Интересное видео впереди и здесь будут на канале. Листайте, смотрите, пишите комментарии, задавайте вопросы. Ваши вопросы, наши ответы. Смотрите новое видео из Анкары. С вами был Виктор Фурсов, Entomologist, Beekeeper, Ukraine. Смотрите мой канал и подписывайтесь. Всем привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. С вами Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Entomologist, Beekeeper, Ukraine. Сегодня 14 июня 2016 года. Сегодня вторник, сегодня базар. И сегодня еженедельный обзор на овощи и фрукты и на продукты. На цены на анкарийском рынке. Итак, что же сегодня за погода? Погода сегодня немножко дождлива. Но ничего, где-то 20 градусов, 25. Достаточно тепло. А что же за овощи и фрукты? Прибавилось, надо сказать. Много самых разных буду потихонечку показывать, буду пробовать, буду рассказывать о ценах, о вкусе и о том, что добавилось, потому что лето прибавляется. Поэтому, если вам интересны цены на овощи и фрукты, смотрите мой канал. А также можете полазить по разным другим видео. Там у меня много разных обзоров будет в еженедельном сериале. Цены на овощи и фрукты. Итак, начну вообще-то с хлеба. Хлеб, вот, пожалуйста, называется кой и мей. Я вот такой, пожалуйста, нарезной хлеб. Нарезной хлеб. Да, немножко с отрубями. Такой достаточно вкусный, душистый, свежий и мягкий. Цена на него 1,85 лира. Для тех, кому интересен обменный курс, 3 лиры, 1 американский доллар. Точнее говоря, 2,9 за 1 американский доллар. Или примерно 9 украинских гривен. Те, кто смотрит с Украины. Так что можете посчитать. Итак, начну сначала, наверное, все-таки с фруктов, которые вот здесь вот на рынке, которые все-таки добавляются. Видите, где-то там у нас появится дыни еще только, понимаете, в этом самом сентябре. А тут уже появились дыни. С юга приехали вот такие маленькие, веселенькие такие дыньки. Дыньки. Сколько же дыньки стоит? Пожалуйста, начну с них. 2 вот такие дыни стоят 5 турецких лир. В общем-то, совсем маленькие, но большие будут к осени, в августе, в сентябре, думаю, буду показывать большие. Были и арбузы, 1 лира за килограмм арбуза, по-разному было, но что-то решили в следующий раз выбрать более интересный такой розовый арбуз, потому что сейчас были какие-то красные, все такие переспелые арбузы. Дыни 5 лир. Итак, абрикосики, вот у нас тут набор абрикосиков. Вкусных, сладких. Абрикосики разные. 1 килограмм стоил 3 лиры. Второй тоже 1 килограмм 4 лиры. Ну, потому что ходишь по рынку. Самые разные бывают. На одном вот такие зелененькие розовые. На другом желтенькие. Тоже сладкие. Ну, что про вкус вам сказать. Вкус необычайно приятный. Вот берешь его такого вкусного. Красного. Он как медовый вообще. Медовый. Они все здесь поместились точно. Ой, налитой соком. Косточка выскакивает. 4 лиры и 3 лиры. Вот так стоит килограмм абрикосиков. Ну, вкусные абрикосики. Вот, смотрите, какие вкусные абрикосики.
Вот это вот вкусный абрикос, настоящий, сочный, медовый турецкий абрикос. Ну, абрикос, ну, то он маленький. А вот хотелось попробовать такого немаленького персика. Думаю, какие же, наконец-то, появятся турецкие персики. Вот они и появились. Такие немаленькие. Смотрите, какие они немаленькие. А вот абрикосик. Видите? Персики немаленькие такие. Вот беру два персика. Видите? Немаленькие такие. В руке еле умещаются. Вот такие они. Славные персики. Показываю персики для тех, кто хочет посмотреть их поближе. Да. Вот такие веселые персики. Вот тут отложил отдельно, потому что ну они разные тут. Шкурка у них тут у некоторых прям уже совсем тоненькая. Переспелая отделяется. Персики разные. В одно идешь по рынку. В одном месте понравились. Очень красивые были. 1 килограмм. 4 турецких лир. Мы купили чуть больше килограмма на 5 турецких лир. Сочный. А вот этот чуть-чуть подбитый. Чуть-чуть подбитый. Недаром у него кожица слезает. А вот более тверденькие. Итак, 1 килограмм по 4 лиры. А чуть-чуть в другое место спустились. Там уже 1 килограмм по 2 турецкие лиры. Итак, получилось, что 1 килограмм чуть больше вышло за 5 лир. А 2 килограмма потом вышло за 4 лиры. Да, вот на удобный базар турецкий. Идешь, цена фиксированная. Кто думает, что... Пардон, это не мытый. Вот это мытый. С косточкой. Да. Кроме того, это виноград, а вот тут клубничка. Клубничка 1 килограмм 4 турецкие лиры. Ну, выбрали такую небольшую. Клубника, она и дома в Украине клубника. Сейчас, говорят, уже отходит на дачных участках. А тут она совершенно разная. То сначала твердая появилась такая, тепличная. Это уже с песочком чуть-чуть. Уже явно с улицы. Потому что все теплеет и теплеет. Ну, где-то 30 там градусов бывает, когда жарко. Здесь в Анкаре. Потому что мой канал из Анкары. А... Тепличка тоже где-то отсюда рядом. А вот на абрикосике, персик, конечно, с юга. Где-то вот из Аданы, из вот где-то из Анталии, Антакия. С южных районов. Так, клубничка 1 килограмм 2,5 лиры. Вот виноградец. Виноградец, пожалуйста. Появился уже такой разный виноградец. Появился уже. И вот такой беленький, и появился уже такой темный фиолетовый виноградец. Ну, красивый выглядит виноградец вообще, как в белом, не в белом солнце пустыне, а как в бриллиантовой руке. И ну, когда Вицин Никулин и Моргунов, и Никулин ел виноград. Необыкновенные приключения Шурика. Да, вот так сразу вспоминается Никулин с виноградом. Когда он его ел, говорил, пел песню про султана. Итак, виноградец 4 лиры за килограмм купили на 5 лир. А вот, наконец-то, к обзору. Но виноградец по вкусу, конечно, не то, что очень сладкий. Наверное, первый, начало. Кисловатый. Кисло-сладкий, но... Но не кислый. Вот покажу. Вот это виноградец. Видите, он симпатично выглядит. Симпатично. Ну, с косточкой. Позже будет уже совсем без косточек. Такой деликатесный. Да, так что я вот сижу, попиваю чаёк. Да, забыл вступление сказать.
попиваю чаек турецкой и закусываю турецкой печенюшкой и, между прочим, разными сладостями. Вкусностями, в смысле. Итак, обзор фруктов почти закончили. Дальнейший фрукт у нас тут — это яблочко. Яблочко 2 килограмма по 1,5 турецкие лиры. Ну, яблочко, конечно, еще, наверное, прошлого сезона. Вон еще не выросло этого сезона. Очевидно, все-таки из хранилища. Яблочко, вот, пожалуйста. Обычное. Вот такое вот желтенькое яблочко. 1,5 лиры. Вот так, яблочко. Так, переезжаем теперь к овощам. Плавненько фруктов. Итак, картошечка. Картошечка уже выросла на юге. Вот они, прекрасная картошечка, были вот они. Вот, пожалуйста, небольшая картошечка, например, стоит 75 грюшей за килограмм. Итого вместе получилось 4 килограмма на 3 турецкие лиры. 4 килограмма на 1 американский доллар. Вот я ее все-таки покажу. Такая красная, небольшая. А более крупная она по лире, например. Ну, какая разница. Сейчас пойду сюда. Вот, да, пожалуйста. Иди чистя, почти такая чистенькая. Частично мытая. Нет, она не мытая. Такая, но зато чистенькая. Да. 4 килограмма за 3 турецкие лиры. Так, помидорчики. Помидорчики вот, пожалуйста, двух сортов. Это какой? Это крупноватый, а это вот мелкий. Итак, мелкий. Мелкий — это вот такой черри. Это черри виноград. Лилипут виноград. То есть какой виноград? Помидор. Помидор лилипут 1 килограмм. 1,5 турецкие лиры. Как бы его так показать, чтобы его много показать. Вот сейчас покажу на камеру. Вот такой вот, вот, пожалуйста, маленький лилипутский виноград черри называется. Черри. Вот такой вот маленький. Вот такой черри, черри, пожалуйста. 1,5 лиры за килограмм. А вот немножко другой, пожалуйста, чуть-чуть более крупненький. Ну, почти такой же черри. Вот, пожалуйста. Вот такой веселый. Помидор. Вот такой веселый помидор. Да. Тоже не очень большой. Ну, пожалуйста, по лире за килограмм. О, почти то же самое черри. И по лире за килограмм. Вот такой небольшой веселенький помидор. Его удобненько брать с бутербродиком и на работу. Да. И удобно и просто кушать. Да. Веселенький. 1 килограмм. Душистенький. С веточкой буквально сразу приехал. Из теплички и теплички на улице, пожалуйста, 2 килограмма по лире и 1 килограмм 1,5 лиры. Огурчики, огурчики в пакетике. Насчет пакетиков тут нет проблемы, все в пакетиках раздают, выдают всю еду. Да, все, вот, пожалуйста, огурчики можно спокойно выбирать, помидорчики по одному не выберешь. А огурчики, пожалуйста, 1 килограмм 1,5 лиры. Вот такие веселые зелененькие огурчики. Вот зелененькие веселенькие огурчики. Да, 1,5 лиры за килограмм. Такие веселенькие огурчики. Да, 1,5 лиры за килограмм веселеньких огурчиков. Да, так, еще морковочка. Морковочка набежала. О, морковочка мытая. Понятно, кто же будет вам продавать грязную морковочку. Это вообще как-то там бред, можно сказать. Это только дома там, а где-то можно на дарнице покупать страшную такую немытую морковочку. В разных супермаркетах ужасных. Да, морковочка 1 килограмм 1,5 лиры. 1 килограмм 1,5 лиры. Вот такая веселая морковочка. Мытая и чистенькая. Мытый. Надо же людей уважать все-таки. Морковочка мытая. Что ее помыл? И такая же цена у нее, как у помидорчика, например. 1,5 лиры за огурчики. Так, и 1,5 за морковочку. Так, подъезжает сейчас перчик. Тут подъезжает перчик. Перчик, перчунчик, красный перчик, 1 килограмм, ну, перчик, он более легкий, но и поэтому в пакетике гораздо больше. Тоже 1 килограмм, тоже набежал на 1,5 лиры. Вот такой, уже здоровянский, здоровянский. Это сейчас уже ездили, о, это вы понимаете, вот это перчик попал, вот это перчик, вот один такой перчик, это вот такой перчик. Смотрите, о, какие перчики веселые. Вот это перчик. Да, 1,5 лиры за килограмм.
Вот такие веселые персики. Вот что вы смотрите. О, что это за персик? Да. Хороший персик. Да? Вот это как саблюка такая. Персик. Итак, персик такой 1,5 лира за килограмм. Так, персик прошел. Да не, не убегай. Сейчас мы его оставим тут. Персик, чтобы он показывался. Так. Вместе. Так, и тут напоследок персик убираем. Напоследок. Спокойно, Дэнни, не убегай. Дэнни, иди сюда. Да, напоследок. За перчиками идет зелень. Зелень, зелень, зелень. Зелень, пожалуйста. Мята. Мяту покупаем. Чтобы пить вместе с чайком. Да. Мята 50. 50 кюрюшей за один. 0,5 лиры за пакет. За такой букетик. Мяты и еще тут два таких букетика. О, два букетика. Укропчик и эти тоже по 50. Кюрюши 0,5 лиры. Укропчик и петрушечка. Укропчик и петрушечка. 50. 1 лира. Итак, мята тоже 50. Кюрюши 0,5 лиры. Правда, 3 штуки стоили вообще на лиру. Можно было взять 3. Так, цибулька зелененькая. Вот такая, пожалуйста, укропчик. То есть цибулька — это лучок. Что-то маленький пучок в этот раз. Ну, правда, да, бывает, когда побольше, то 1,5 лиры. Так, один пучок, 1 лира. 1 лира. Вот пучочек такой достаточно дорогой. Так, и напоследок один вот такой зелененький салатус. Вот такой напоследок салатус, уже там помню. Вот такой зеленый салатус дома так. Это не покупали, но тут можно побаловаться таким салатусом. Пожалуйста, салатус, салатус. И какой большой салатус. Да, 1 лира за такой букет салата. Да, почти что домашний Макдональд можно сделать. Вот такой салатус, 1 лира. Итак, всего вместе овощи и фрукты завесили на 47 турецких лир. Подписывайтесь, будете первыми получать обновления и новые интересные истории из Турецкой Республики. Будь моим подписчиком. Надеюсь, буду вам делать интересные видеообзоры, овощей, фруктов и разное такое интересное о жизни в Турецкой Республике. Смотрите наши видео, увидите много чего интересного из Турецкой Республики. Пока-пока. Привет из Анкары, столицы Турецкой Республики. С вами был Виктор Фурсов на канале Виктор Фурсов, Entomology Big Bear Ukraine. Да. Там праздники из Анкары, столицы Турецкой Республики. С вами был Виктор Фурсов. На канале Виктор Фурсов, Entomologist Beekeeper Ukraine, 14 июня 2016 года. Пока-пока. Привет из Анкары, столица Турецкой Республики. Смотрите наш канал, подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Пока.